Моя фамилия Бажов. От слова «бажить», что значит «колдовать». Отсюда слово «набажил», «наговорил», «напророчил», то есть. Сказы не зря придуманы, ины в покор, ины в научение, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. В детстве пришлось мне 3 года провести в Полевском заводе. Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике. «Пойдем на гору сказки слушать», — пригласил меня один из первых моих полевских приятелей. «Сказки? Что я маленький? Пойдем. Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства». Данилушко как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал: «Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет. Есть такой цветок. Парень правду говорит. Камень мы не разумеем. В том цветке красота показана». Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать, да около своего дурман-цветка ходить. «Чаша мне покоя не дает. На что так стараешься? Охота так сделать, чтоб полную силу камня самому поглядеть и людям показать». Со времен Данилы Мастера силу камня многие разгадать пытаются. Богатейшие запасы малахита, мрамора, горного хрусталя, кварца стараниями горных дел мастеров в удивительные вещицы превращаются. Чего только не делали местные умельцы, как не удивляли. Каменный цветок из малахита у Данилы так и не вышел, только едва не сгубил мастера. А сегодня из уральских самоцветов в руках камнерезов букеты расцветают. Он не Данила Мастер, но каменный цветок также заворожил, что уже 40 лет из головы не идет. Правда, в отличие от своего сказочного коллеги, камнерез Виктор Васильев вырастил целый сад из жемчуга, горного хрусталя, яшмы. У нижнетагильского мастера даже самый невзрачный камушек в цветок распустится. Это вот природный кусок, да? Для того, чтобы мы видим, вот он какой-то черный, какой-то не очень взрачный вроде бы, да? И мы берем его, распиливаем. Вот. Значит, я его сейчас смочу. Видите, какой цвет у него? Прежде чем взойдет каменный цветок, еще много воды утечет. Чтобы зацвел во всей красе такой лютик, несколько месяцев должно пройти. Листочки и всю зелень, как правило, мастерят из нефрита. Лепестки, а это уже от цветка зависит, но в особой цене природные, естественные краски. Против природы матушки камнерезы не идут. Сначала мастер лепит все лепестки из воска, более гибкого и податливого материала, как раз для того, чтобы форма была натуральной. А теперь эти же изящные изгибы нужно повторить только в камне. Они по-разному воспринимаются. И уже с учетом камня я буду делать. И бывает, что отличается. Смотришь, оно отличается. Но здесь всегда должно быть более изящно и лучше, чем в модели. И все, цветок тот каменный из головы не идет. Вот бы поглядеть. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит медной горы хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушка сразу ее признал. И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы
и в каждом звездочка. Ну, Данила мастер, поглядел, спрашивает хозяйка. Кап ты сам придумал, дала б тебе такой камень, а теперь не могу. Теперь сделаю чашу, какой еще никто не видел. Не всякому дано видеть каменный цветок. Растет он тайно в горе у Малахитницы. И лишь тот, кто в простом обломке камня красоту заметит и усилия приложит, чтобы ее раскрыть, к тому хозяйка Медной горы будет благосклонна. По думке камень богиня недр подскажет. Но вот додуматься, как из неотесанного самоцвета цветок сотворить, мастер должен сам. Наш нижнетагильский умелец с владычицей земных богатств в ладу живет. Каждый найденный в горах камень в дело пускает. Если в кладовой Малахитницы не смог горщик отыскать нужный камушек и применение ему найти, видимо, просто пока мастерства не хватило. Нету плохого камня. Камень каждый под какое-то изделие идет. Каждый мастер по каменному делу – это скульптор и художник одновременно, а еще хороший ювелир. От станка к станку резьба на камне все тоньше и тоньше становится. Из-под грубых фрез выходят пока только штрихи к будущему цветку. А вот все жилки на каменных лютиках вырезаются особым инструментом. Таким же современные стоматологи зубы лечат. А здесь уже более тонкие детали. Мне надо очень точно в пределах там миллиметра, да, получать. Вот. А на последних стадиях там уже идет всего десятые миллиметра. Точность должна быть. Каменный цветок в руках мастера должен расцвести, словно живой. Чтобы, глядя на него, мы не видели ни розового кварца, ни нефрита, ни аметиста. Это и есть для камнереза высшее искусство. А вот почему у Данилы мастера ничего не вышло, камнерез из Нижнего Тагила, кажется, смог разгадать. Не выходит цветок-то каменный. Вот. Он и не выйдет. Малахит – мертвый камень. В моих изделиях нигде малахитовых листьев нету, и никто их никогда не делает у нас на Урале. Вот он зеленый, но на самом деле очень много синего. Холодный, мертвый. Не может живое быть из мертвого. Местные умельцы, пусть колокольцы малахитовы, как во владениях хозяйки Медной горы, не смастерили, зато именно с их легкой руки углекислая окись меди, чем по сути является малахит, стала драгоценной. В 19 веке это царский камень, которым только богатые интерьеры украшают. Руками местных мастеровых появилась на свет и знаменитая русская мозаика. Это только кажется, что столешница из цельного куска малахита сделана. Но нет, не дается так просто в руки капризный камень. Камень, малахит, вот он сам по себе очень пористый. Из отдельного куска малахита невозможно практически сделать целое изделие. В лучшем случае это можно сделать одну бусину или, например, одно пасхальное яйцо небольшое. Малахит не встречается в природе большими однородными кусками. Русская мозаика складывалась таким образом. На более дешевый камень, змеевик или мрамор, выкладывали орнамент из небольших кусочков малахита. Рисунок мастера подбирали так, что получался сплошной узор. Если приглядеться, похожий на цветущий розан. Но чем не каменный цветок? Нашим мастерам, несмотря на хрупкость малахита, удалось достигать вот в полировке изделия так называемой зеркальной полировки. И вот свет очень красиво отражается во всех этих изделиях. Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет, и задумается Данилу. Катя понимала, конечно, о чем, да помалкивала.
сказочный каменный цветок с тех пор для уральских умельцев стал символом истинного мастерства, то, что отличает подлинного художника от простого ремесленника. Цветок этот каменный ни одного человека с ума свел. Проникнуть в тайную силу природы, увидеть в обломке будущий шедевр – на это способен только настоящий творец. Сам Данила Мастер, воспетый Бажовым, стал уральской легендой, но своего героя сказочник не выдумал. Он его нашел среди простых горных рабочих. Родился Данила Кондратьевич 30 декабря 1858 года в деревушке Колташи, что изогнулась единственной улицы на левом берегу реки Реж. В этой семье, перечитав все сказы Бажова, теперь свои сказы пишут. И тоже о Даниле Мастере, Даниле Звереве, их дедушке. Это с него списал своего героя Бажов. Писателю даже имени придумывать не пришлось. Настолько уральский рабочий впечатлил. Горный мастер Данила Зверев обладал необыкновенным даром открывать места, где находились драгоценные камни. Он мог закрытыми глазами определить, что за самоцвет перед ним и даже сколько в нем карат. Ранней весной уходил, его вообще не было по 5-6 месяцев, вот, пока снег не ляжет, да. Там это. Мама говорит, он все ходил, это может, мог и найти. Как он форту, все говорили, фартит ему, фартит это все, фартиль тяжелый, опять он, тебе, да. Данилушка, прифартила. Угу. Он пустой никогда не возвращался, ни из леса, ни откуда. Он что-нибудь да находил. С хозяйкой Медной горы Данила Зверев еще в детстве сумел договориться. Свой первый драгоценный камень мальчик нашел, когда ему едва исполнилось 8 лет. К бабушке Данилушке частенько на постой заходили местные горщики. Видимо, от них он и научился видеть в камне нечто большее. Ну и вот он пошел. И в это время гроза застала. Спрятаться куда? Видит это дерево вывернутое под корни. Вес, когда гроза прошла, это солнышко вышло, он так голову поднял. И в корнях блеснуло что-то. Он думал, стеклышко взял, приходит, там, когда горщики потом собрались, он говорит, вот камушек какой-то нашел. Один горщик сразу смекнул, видно. Он говорит, давай я тебе этот камушек куплю у тебя. Тут ладно, бабушке там копеечки он дал. Бабушке подспорье, бабушке помог, такой он был гордый. Потом через какой-то промежуток времени опять горщики приезжают. Ну, Данилушка говорит, обогатил ты. Оказывается, это алмаз, да крупный. Вся сила таланта Данилы Зверева навечно осталась в камне. Мировой шедевр «Карта Франции», выложенная уральскими мастерами из наших самоцветов на Всемирной Парижской выставке в 1900 году, получила гран-при. Данила Зверев к ней тоже руку приложил. А мавзолей Ленина, облицованный красным гранитом, отделанный мрамором, лабрадором и малиновым кварцитом – проект известного советского архитектора Щусева. Но какой камень будет лучше украшать ожерелье Московского Кремля? Именно уральский Данила Мастер подсказал. Когда мы это стали читать вот эти бажовские сказы, то есть как бы мы и на самом деле думали, что хозяйка-то да, это существует, и привечала дедушку. Чем закончился сказ про Данилу Мастера, внучки знаменитого горщика лучше всех расскажут. Каменного цветка после себя, говорят, точно не оставил. Горных дел мастер до конца дней работал с камнем и сыновьям свое мастерство передал. Данила Зверев грамоте обучен не был, но профессоры и светила науки простого рабочего высоко ценили. Ведь настоящее мастерство, оно как камень-самородок. С виду вроде нет ничего особенного, а отшлифуешь – и засияет все грани таланта. Знаменитых горщиков по нашим местам немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему ученые люди, академики, их профессорами величали. И не в шутку дивились, как они тонко горы узнали, даром что неграмотные. Лучше одно знать, до тонкости. Да и житья не хватит, чтоб всякое мастерство своей рукой изведать.